Сегодня суд рассмотрит вопрос об аресте замминистра культуры Григория Перумова. Следствие считает замминистра организатором хищения как минимум 50 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В том числе Новодевичьего монастыря. Перумова задержали во вторник. Целый день в Министерстве культуры шли обыски. Сам он вину не признает. Адвокат замминистра пытается выиграть время. Я был на допросе, после чего нас привезли в суд. Материалы дела я увидел в суде и не имел возможности ознакомиться. Как видели, я заявил ходатайство о отложении заседания, о перерыве, вернее сказать, заседания для ознакомления с материалами, после чего суд, удовлетворив его, отложил заседание до завтра. По делу о хищении бюджетных миллионов проходят и другие подозреваемые. Кроме Перумова задержан еще один чиновник министерства. Это Борис Мазо, директор подведомственного Минкульту «Центр реставрации» Олег Иванов, а также глава компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев. Ну и управляющий этой компанией Александр Кочинов. Еще в Москве сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Никиту Колесникова. Он входит в список богатейших предпринимателей России. В его особняке, так же, как и в домах других подозреваемых, прошли обыски.